The year is 50 BC. Gaul is entirely occupied by the Romans. Well, not entirely. One small village of indomitable Gauls still holds out against the invaders. And life is not easy for the Roman legionnaires who garrison the fortified camps of Tortorum, Aquarium, Laudanum, and Compendium. He said you must re-enlist. He said to re-enlist. Caesar claims that he feels pity for us. That's why he didn't conquer our village. He doesn't think any of us is capable of getting out of this enclosure. I defy the puny Gauls. I'll never permit them to travel through this empire. We're going to prove to Caesar that no frontier can hold back the indomitable Gauls. We'll go where we want to, and no matter where you visit in his empire, bring back the proof that you were there. Приветствую, дорогие друзья, с вами Ингрей, и сегодня мы поиграем в сверхдревнюю игру, которая на сайте, где я ее нашел, именовалась как стратегия Asterix Challenge Цезаря. На самом деле, как выяснилось, это все-таки не стратегия. Which of you has decided to accept the challenge of Caesar? Да, вот нам говорит Паранамикс, или я ошибаюсь, не помню на самом деле точно. Кто примет челлендж Цезаря? Панасия. Good luck to you, and may the sky never fall on your head. На самом деле, как выяснилось, это попросту настольная игра. You'll have to be quick. You have to be quick. Да. И вот, в общем, как-то, как она выглядит. Вот это вот наш кубик, мы его бросаем. В какой-то момент он остановится. И в зависимости от числа Watch out for low flying мы проходим вот эти вот клеточки. Игра вышла еще на MS-DOS. Возможно, я должен был попытаться перепрыгнуть. What do you mean, my fish isn't fresh? Но не удалось. Ай-яй-яй-яй, не знаю. Понятно. Совершенно не знаю, тут, как я понял, ВСД не работает. Как мне нужно было сыграть, непонятно. Ну, короче, эта игра состоит из мини-игр, как я теперь понимаю. Это ловушка, видимо, некая. Да. Но при этом мы все равно куда-то продвинулись. Я понял. Еще одна некая ловушка. You know this fresh air is dangerous, especially for the lungs. You should rest up, friend. Panacea, my magic potion will give you the strength to escape. Do you want to try it? To help pass the time, я так понимаю, нас направили в Колизей. Cocophonics will play you one of his favorite melodies. If it gets too horrible, just remember to swallow some potion next time.
Но показывать, что происходит в самом Колизее, нам не станут. Либо должны, либо это что-то не то с игрой. Ага. Нет, в итоге мы выбрались, типа, ну, допустим. Просто решили не рисовать анимации. Два. Нам достался этот лысоватый бегун. А. Нас, короче, куда-то отодвинул. Египет. Опять же этот говнюк. You know, this fresh air is dangerous, especially for the lungs. You should rest up. Кстати, вот мы здесь видим карту настольной игры. И опять в Колизее гребаны. А, so, нет. Are you going to break the door down, or aren't you? Не, не хочу. Сразу выбрались, я понял. Так зачем тогда соглашаться? Я логики, конечно, не понимаю. Ну это вроде бы опять Колизей. А, это опять типа ловушки. Well. Нас откинуло назад. Охеренно. Да. Опять гребаный Колизей. Панасия. Да-да-да-да, нет, не хочу. Просто выбираемся из этой сраки. Выкиньте что-нибудь при... Это херня. Это плохо? Here's a flask of magic potion for you. Волшебное зелье для нас. Нет, походу это хорошо. Гребаный Колизей. Заколебал. To help pass the time, Cacophonics will play you one of his favorite melodies. If it gets too horrible, just remember to swallow some potion next time. Совершенно непонятно, что происходит. Я понял, он сказал что-то о певце, которого нам и там должны были мини-игру сыграть. Да, си море. Before the fog covers it up, I'm counting on you to help me find the animal we'll hear. И что? Я должен что-то выбрать? You had your head in the clouds, Panacea. Видимо, я должен был выбрать голубя, и каким-то образом я его выбрал. Опять ты, лысая задница. Molasses, так, понимаю, это типа человек, посланный Цезарем, который нам мешает. Опять гребаный Колизей. Колизея? Пошёл ты в сраку. Никакого смысла. Кабан. Чё? И чё, я поймал его? Нет, да? Стрелочка сама двигалась в сторону. Видимо, не пой... Ты там не обосрись, свинья. Не понял, поймал, не поймал. Астерикс вот сваливает под щитом. А, катапульта, кстати, опять нас отбросит назад, я так понимаю. Ах,
Опять же, мини-игра, в которой я не понимаю управление. А, это тоже ловушка. Ой, давайте, да, Good Hunting. Что вы хотите, чтобы я сделал-то? Я просто не понял. О! Что, удалось? Еще будет один, нет? Не, ну минуточку, там же был кусок мяса. Я поймал тебя, сволочь. Ты ржешь-то. Один. Will you take a chance? Yes or no? Yes or no? Ну давайте возьмем этот шанс. Кто нам даст шанс? Чего? Пять. Пящий мужичок. Какой-то, видимо, предводитель легионеров. Я тебя понял. Да, спящий друид. Ну что ж, друзья, давайте на этом тогда закончим. Вот такая вот древняя игра с MS-DOS. Думал, что это насчет стратегии, но оказалось, это не стратегия. Кстати, очки. У нас, кстати, 21 из 30, каким-то образом мы, судя по всему, их зарабатывали. В общем, на этом всем спасибо за просмотр. Можете что-то нажать, написать. В общем, всех вас обнял. Сердцу прижал. Надеюсь, с вами все в порядке в эти времена. И с вами обязательно еще увидимся. Всем пока-пока.